Приветствую вас, и вы, наверное, понимаете, что ваш сын не любит одеваться, потому что для него это обязанность, так он воспринимает то, что от него требуется, и ему это не совсем по душе, потому что ну, он делает это каждый раз, он делает это по сути дела, все время, и ему это, ну, просто-напросто не приносит никакого удовольствия. А понимаете, в чем дело? Вот данную проблему можно решать только путем придания определенного значения тому, что делает ваш сын. То есть, как вам правильно сказали коллеги, значит, что нужно играть. Действительно, в игре это, может быть, будет и лучше, но проблема в том, что не каждый ребенок откликнется на игру правильно. И вот в этом еще большая трудность. Поэтому вы постарайтесь придать как можно больше значения тому, что ребенок делает. То есть, например, если нужно, чтобы он оделся, то попробуйте показать ему, насколько это важно. Насколько это важно именно для, например, вас, чтобы он оделся. И вот тогда, возможно, у вас получится его простимулировать на это, на то, чтобы он одевался быстрее. Далее. Далее мне хотелось бы сказать о том, почему ребенок вообще не одевается. Ну, во-первых, наверное, потому что он знает, например, что вы его оденете. Он знает, что вы всегда, придете ему на помощь, да, всегда его поддержите, всегда поможете ему и так далее. Это понятно, что вы хотите это сделать, это понятно, что у вас есть желание так поступать, и это, в принципе, и в целом очень хорошо, но проблема заключается в том, что это же вашего ребенка, по сути, и расслабляет, понимаете? То есть ребенок знает, что вы, например, для него это сделаете. Ребенок знает, что вы поможете ему, и отсюда ему зачем ему стараться. Поэтому вам, если вы хотите как-то повлиять на ребенка, чтобы он лучше и более активнее делал сам то, что нужно, то вы дайте ему понять, что за него делать вы не будете того, что он, в принципе, должен делать сам. И вот тогда, по моему мнению, вполне вероятно, что ребенок начнет действовать сам. То есть, что вам, по сути дела, нужно поступить? Поступить вам нужно так, чтобы дать понять ребенку, что вы за него не будете ничего делать. И если вы сможете это дать понять ребенку, что если он, например, не будет там, если он не будет торопиться сам, да, то, соответственно, он и не погуляет.
то вполне вероятно, что это поможет ему быстрее делать то, что вам от него нужно. Ну и будет совсем здорово, если вы попробуете реализовать такой аспект, как придание важности. То есть покажите ребенку, что то, что он делает, важно, придайте значение какое-нибудь, подумайте, что вашему ребенку вообще интересно, что вашему ребенку вообще нравится, что вашего ребенка интересует. И придайте важность тому, что он делает. Например, скажите ему о том, что то, как он одевается, да, скорость его одевания и само по себе одевание, это делает его взрослым. То есть попробуйте сказать так: ты хочешь быть взрослым? Ну, например, да, хочу. Тогда, если ты хочешь взрослым, одевайся быстрее. Ну, например, это только лишь в качестве примера. Вам желательно самой подобрать значение. Вот. Также необходим стимул. То есть стимул для того, чтобы ребенок быстрее одевался. Стимул может быть рад. Например, если он оденется быстрее, он получит там что-то, да, то, что ему нужно. Если он будет одеваться долго, то опять-таки это его право, да, например, он не получит всего-то для себя, понимаете? То есть нужно дать понять ребенку, что за его действия будет за его действиями следует один результат, а за его бездействиями следует другой результат. И тогда, я думаю, это приведет к положительным результатам, и ваш ребенок начнет что-то делать. Только не ругайте его и откровенно не заставляйте, а напротив, давайте ему понять, что от него это зависит, не от вас, а от него. Тогда, я думаю, ситуация будет более чем положительно складываться для вас. Также, понимаете, строгости, быстроте одевания способствует отец, способствует мужчина. А такое было всегда, то есть именно мужчина стимулирует ребенка на то, чтобы одеваться, например, быстрее. И если ваш ребенок этого не делает, значит вполне вероятно, что у него есть акцент именно на женскую модель поведения. То есть в этом, ну вот в этом самом, как бы изначально нет ничего плохого. Но поймите правильно то, что если вы хотите, чтобы ребенок делал то, что вам, например, нужно, то желательно, чтобы у него был стимул. А стимул может быть только образ поведения. Так вот, если говорить об образе поведения, о правильном образе поведения, да, то это почти всегда мужское поведение. И вот нужно, чтобы уважаемый мужчина, уважаемый, я имею в виду, ребенком мужчина, показал вашему малышу, как нужно, как правильно, как лучше, вернее действовать вот в этой вот ситуации. То есть вы, как женщина, в силу просто вот, в силу ряда причин, не можете дать ему то, что нужно. То есть, знаете как? Я понимаю, что вы одеваетесь быстро. Я понимаю, что вы одеваетесь быстрее. Но вполне вероятно, что когда-то вы одевались гораздо медленнее.
И у ребенка это вот поведение, оно осталось, модель поведения. А мужчина, он всегда одевается быстро. И это обусловлено. Это обусловлено самыми разными моментами. Моменты могут быть действительно очень разные. Это и необходимость, это и жизненная позиция, это и вот, ну, как бы просто подход такой, да, ну, как бы правильный подход. То есть, действительно, очень много моментов. И чтобы ребенок понял вот это, вам и нужно дать мужчине возможность его постепенно, именно постепенно, не сразу, учить этому. Учить тому, чтобы делать такие вещи как можно быстрее. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Пожалуй, замечу только то, что от вас потребуется определенная выдержка, от вас потребуется определенная, ну, определенная модель поведения, от вас потребуется стабильная модель поведения, да, то есть чтобы вы не меняли ее, чтобы вы не вели себя по-разному, потому что ребенка это дезориентирует, он не отдает себе отчета в важности, то есть в том, насколько важно то, что вы ему говорите. И очень важно, чтобы вы ну, чтобы вы его не ругали, чтобы это не было как-то вот обусловлено именно какими-то, знаете, такими моментами, да, заставлениями, то, что вот вы его заставили, вы как-то там, ну, его поругали, и в результате получилось то, что получилось. Вот этот момент его желательно исключить как раз, потому что, ну, он ничего хорошего не принесет. А остальное, я надеюсь, вы поняли правильно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.